В начале июля в Москве прошел открытый чемпионат мира ACB джиу-джитсу. Ставрополь на этих соревнованиях представлял спортивный клуб «Казачья крепость». Итог выступления впечатляющий – 6 медалей и 14 место из 122 команд-участниц. О непростом пути к чемпионству поговорим в программе «Среда». Мой собеседник – старший тренер спортивного клуба «Казачья крепость», президент Ставропольской краевой федерации джиу-джитсу Дмитрий Красавин. Встречаемся сегодня в 19:15 на канале АТВ.